Всем привет! Вы на канале Брос Шоу Пэт. Ну и меня, как обычно, зовут Шерлок. Да-да, это я, тот знаменитый Шерлок. Ой, что там такое? Вы слышали тоже? Какой-то там движ на кухне. А ну-ка пойду проверю, может, мне ей дают? Ну-ка. Шерлок, ты что, голодный? Ну, на тебе орешек. Мне орешек? Но я же собака! Ай, ладно, давай свой орешек, буду его пробовать. Хм, а ничего такой. Это какой? Ай, ладно, без разницы. Пойдет. Ты орехи ешь? А что тут такого? Ну, ем, и что? А что тебе еще есть? У меня мяса нету. Вот орехи есть, всякая всячина есть еще. Морковка, капуста, брокколи. Чего-чего? Какая еще всячина? А, всячина. Ну давай мне эту всячину, буду пробовать. Ну может где-то кусок варенки завалялся, не знаю. О, варенка у тебя есть. Ух ты, вот это круть. Будешь? Буду. Ну давай уже скорее, ну чё томишь? Точно будешь? Ну тебе говорю, буду. А что ты больше хочешь? Смотри, у меня брокколи есть, морковка, цветная капуста. Всё, давай. И капусту, и морковку, все буду. Ох, я люблю его поесть. И, батянь, давай быстрее. Я придумал, дружбан, знаешь, что мы сделаем? Челлендж такой маленький. Ты сам выберешь, что ты хочешь больше есть. Договорились? Ничего себе! Что я хочу больше есть? Да что тут смотреть? Мясо я хочу. Краба я хочу. Все хочу. Все, давай начинать. Беру тебе кружки две маленьких. И сейчас будем. Морковочка. С невкусного начинаем. И картофанчик. А где мясо обещанное? Ты чё? Какой картофанчик? Какая морковка? Может, ты мне ещё селёдку предложишь? Ну уж нет, хочу мясо. Ах ты, мясо всё-таки зажал. Наверное, сам сожрал. Обжора мне или картошку, или морковку. Ну что, дружбан, давай, держу. Что ты выберешь первое? Нюхай. Так, ну что выбрать? Это что? Это картошка, ну так себе. Ну а это что? Ну все-таки может картошку? Ну как вам сказать по вкусу? Ну картошка есть картошка. Это вам не мясо. Ну ладно. А это что? Это морковка, да? Морковка. Красная. По цвету красивая, по вкусу не очень. О, еще один кусочек нашелся. Ладно, съем. Ты, наверное, все мясо съел. Ты меня голодным хочешь оставить, да? Эй, батян, давай, может, что-нибудь еще? Ну, давай, хоть в этот раз мясо. Ну, или там красную икру. Ну, может, на краник черную. Ну, или мою любимую курятинку. Сейчас будет то, от чего пукают. О, нет, я пукать не хочу. А то от меня потом фу-фу неприятно пахнет. И никто меня гладить не хочет. Не, давай нормальную еду, ты че, батя? Так, брокколи у нас здесь и цветная капуста здесь. Держу, нюхай. Одним словом, пахнет как пуки. Что капуста, что брокколи. Что надо выбрать сначала? Ну что, вот эту беленькую, наверное, это вроде капуста. Или может ту зелененькую. Ладно, батянь, давай мне вот эту белую. Скажу вам так, что по запаху пуки, что по вкусу пуки. А ну-ка давай ту зеленую попробуем. Ух ты, еще покруче, чем пуки. Ну да ладно, съем. Ну держитесь, вечером все посмотрите, как я стрелять умею. Ну так, вечерочек себе организовал, значит будет стрельба. Ну а сейчас, батянь, давай продолжать уже, а? Что следующее? У нас в первом раунде победила картошка. Опа! Опа, а во втором победила цветная капуста. Слышь, батя, что значит победила? Это ты мне мясо не давала, так оно победила. Капуста победила. Так, ну, что тут он мне положил? Это эти пуки. Ну ладно, давай сначала пуки. Что-то они там запрятали, знаю, что воняют. Ладно, съем их. Так, ну-ка. Отличненько. Что там дальше? Это картоха. Ну, так вам скажу, не очень, конечно, она вкусная. Но с голодухи можно и поесть.
Мало того, что невкусная, так еще и стесняется, не хочет открываться мне. А ну-ка давай вылазь. Вот так. А то стесняется тут, понимаешь, Шерлока. Тебе тут в желудке моем поудобнее будет, нежели в стакане. Ну что, Батяй, что там следующее? Гади, давай сюда. Ну давай скорее, а. Походу, Батяня что-то задумал. Наверное, уже все съел, что оставалось. О нет, смотрите, что-то ставит. Так, что здесь, что здесь? Ну так себе пахнет. А вот здесь, знаете, повкуснее. О, вот здесь повкуснее. Это мой любимый сыр. Ну, сыр я где хочешь унюхаю. Это как там его? Между прочим, кто еще не знает, я гурман. И это сыр пармезан. Правильно я говорю, а? Батяй. Так, а тут что? А, это капуста. Все эти пуки мне дает. Ну, знай, батя, вечером будешь нос затыкать. Потому что вечером начнется, я тебе уже говорю, что стрельба! Ну что, колбаса с крабами. Давай. Ох, сейчас будешь дуреть, я чувствую. Эй, бать, давай встать на пол скорее. Ты что думаешь, я птичка? Летать умею? Хоть у меня уши большие, но это же не крылья, а? Встать на пол, говорю. Так это вот, пошло вкусняшки. Сразу чую вкусняшки. Я бы за эти вкусняшки батю продал. Шутка. Не продал бы его. Да так, в аренду отдал. Слышь, давай быстрее, давай. Ну что ты такой вредный, а? Я же хочу, говорю, хочу. Отдавай мне скорее. Ох, это вкусняшно. Желудок мой поплыл. Ну или как там? Повкуснел. Ладно, давай теперь это съем. Что там? Ах, так, крабовая палочка. Ну, кто любит крабовые палочки, ставим лайки. А кто не любит, то два лайка ставит. Крабы? И сыр. Мне вот это интересует больше теперь. Ну вы посмотрите, ну какой же у меня батя жмот! Сам наверняка все сожрал уже. Оставил маленькие кусочки для меня. Вы знаете, как это все вкусно. Так, ну мне походу сюда. Здесь вкуснее пахнет. Это должно быть сыр. Сыр! Сыр побеждает! Крабовые палочки, это вообще полная лажа, ребята! Эй, бать, какая это лажа, ты чего? Просто эта баночка мне первая под лапу попалась. А крабы я тоже люблю. Ну что? Слушай, а может я съем твою колбасу, а? Расскажи. Ты чё? Тю-тю, какую мою колбасу? Свою колбасу я сам съел. Вон, могу тебе только сухого корма своего дать. Иди похрумкай. Где ещё? Чё так мало? Ну ты совсем мне даже на ползуба не положил. Хоть бы постеснялся уже. Хотя бы на зуб киданул. О, а это что? Это моя колбаска? Эй, ты чё, я там приклеил что ли в дно? Где колбаса? А ну-ка доставайся. Я колбасу хочу. Ты испугалась, сама вылезла? Ну, молодец. Так, скажу вам, ребята, честно. Вкуснее мяса не найти. А все, что эти овощи, это все фигня. Это все для малышей. Там овощи, молочко. Для мужиков нужно мясо. Ну, а вы были на канале Бро Шоу Пэт. Сейчас мне батя что-то вкусное хочет дать. Ну что, все подписались? А кто забыл подписаться, с тем дружить не буду. Все, пока-пока.